Нивы сжаты, рощи голы, от воды туман и сырость. Колесом за синие горы солнце тихое скатилось. Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось, что совсем, совсем немного ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане рыжий месяц жеребенком запрягался в наши сани. Это замечательное стихотворение Сергея Есенина, которое очень похоже на ноябрьскую погоду, которую вот вы видите в этом ролике. А здесь мы гуляем с вами по деревне в Егорьевском районе. Ехать туда примерно 110-115 километров от Москвы. И здесь вот такие тихие домики. Уже мало людей гуляет, конечно же. Погода сырая, туманная, тихая. Но в то же время в этой деревеньке жить довольно-таки уютно. Этот вот дом, который сейчас используется для посиделок местных детей и подростков, это, конечно, заброшенная постройка, как вы видите, уже давно заброшенная, вся выветренная, почерневшая. Говорят, строил врач, который здесь собирался жить со своей семьей, но что-то там у них случилось, и он пропал. Так она и стоит, хотя место здесь замечательное, пригорок сухой, сосны вокруг, деревья, красота. И вот смотрите, какая замечательная дорога ведет в эту дальнюю подмосковную деревню. Далеко не в любой деревеньке видишь такое шоссе. Машины здесь появляются нечасто, но зато всегда могут приехать гости из соседних городков или сел. А многие ездят отсюда работать в Егорьевск. И я слышала, что даже приезжают по праздникам какие-то музыкальные коллективы из Егорьевска в эту деревню, где живет совсем немного людей, но они приезжают и показывают какие-то представления, концерты. Особенно 9 мая, конечно. И вокруг растут вот такие сосны хорошие со смешанным лесом. В общем, место